второй день лесу. Так. Винный чай. Такой. Хвоя, шишки и березовый лист. Дети делают поделку. Опа, второй день в лесу, сегодня погода не радует, но вчера было жарко. Печь, конечно, похолодало. Сегодня был дождик. Чего? Ага, дети делают поделку. Вот воробья из дерева. Ну, дерево там клюв приделали. Надеюсь, дождь не сильный будет, так как только завтра планируем. Завтра тоже практически весь день будем в лесу. И глаза ты еще сделаешь, так? Ага. А еще нужно будет приклеить его немножко, чтобы он был не сухой. Дождь идет, но у нас здесь тепло. Большой костер. Ой, жарко. Да, даже жарко. Наверное, еще сегодня переночуем ночью. Посмотрим. Где-то часа в 4. А что я буду? Залезем в палатку. Если там будет влажно, мокро, противно, то сворачиваемся, идем домой. Если там будет комфортно, то остаемся еще на ночь. Да? Да? То дождь обещает долгий. Такой у нас костер. Сейчас картошку запечем. А сколько сейчас времени? Час дня. Час дня сейчас. Мы, короче, сутки мы здесь находимся. В данный момент там комфортно, спалось вообще замечательно. Маме? На улице было прохладненько тут, но... Маме? Нет. Ну, в палатке было тепло, в мешках было тепло. Надо бы еще матрас подкачать немножко. Так быстро заснули? Да. Павлик вообще так моментально вырубился, Петя еще читал книжку.